Так, всем доброй ночи, или не совсем доброй. Что же делать, если вы не успели слить воду и залить незамерзайку для стекол, и наступил минус? Во-первых, все это, естественно, в системе замерзло. Дворники работают, но стекло остается грязным. Также не работают и омывайки фар, и заднее стекло, и тем более протоемолки. Что же делать? Ну, во-первых, вам надо попытаться разогреть этот стекло. Включаем мотор. Вариантов масса, но чтобы никуда не ехать, прямо вот рядом с машиной. Включаем мотор, и он стоит греться с закрытым капотом. Ну, часа два я гонял. Ну, я не гонял, просто ехал кататься. Взял с собой тряпочку, стекло протирать, начать пусть. Но это не понадобилось. Короче, за два часа в бачке вода оттаяла точно. Остались замерзшие только где-то в системе подпанчика. По шланчикам сейчас отогреть не получится, будем это делать завтра. А может и получится. Но пока надо слить воду без бачка омывателя. Ничего другого я не придумал. Под руку попалась капельница и большой шприц на 70 кубов. Ну, собственно, вот с помощью этого сейчас и буду вытаскивать. Для начала надо опустить, ну, либо достать свою эту штуку, которая показывает уровень воды, и понять, сколько у нас там воды. Воды у нас где-то пол бачка, то есть литра 2,5-3. Где-то надо все вытащить. Потому что если я ставить так, оно опять замерзнет, то опять придется завтра греть. Опускаем туда капельницу и начинаем на себя потихоньку вытачивать. В принципе, получается вот так. Одно показание, поэтому не совсем получилось. Но в общем вот таким действием. Три штрика я уже слил, это четвертый, а там у меня где-то 3 литра. Потом пережимаем вот здесь, в эту основание, и снимаем шприц. Что может быть? Может быть вот так будет видно. Да, видно. Вот здесь пережимаем, вот здесь, чтобы оставалось давление в системе в этой капельнице. Вот так пережали. Ну а со шприца вот так вот слили. Но вам не надо. Опять сюда втыкаем, там где пережали. И опять наполняем. Вот таким нехитрым способом выливаем воду хотя бы из бачка. То, что в шлангах там перемерзло, ну попробуем залить не замерзайку, сейчас как обтекаем. Может быть получится. Точно не знаю. Но по крайней мере воду в бачке я оставлять не хочу, то лишь она разогрелась, пока я катался. Поэтому ее подставлю. Вот такой нехитрый способ. Опять пережимаем здесь, пальцами держим, чтобы давление в системе не пропадало капельно. И все по новой. Можно, конечно, загнать машину на теплый паркинг, она там 2-3 часа постоит, оттает, но я с этим столкнулся сейчас, ехать я никуда не хочу, я уже за целый день накатался, поэтому хотя бы солью воду. Завтра будем думать, если не получится. Солью воду и залью полную незамерзайку. Незамерзайку купец. Таким нехитрым способом удаляем воду. А вообще лучше заранее это все предвидеть. Ну, как обычно, снег выпал неожиданно в январе. Ну, бывает, ничего с этим не поделаешь.
берите самый большой, насколько сможете. Маленький не берите, потому что помучаетесь, это все остывает. Вот уже пошел от воздуха, где-то она уже заканчивается. Так, шланги уже воздух. Значит, мы где-то близко. Кательницу и большой шприц иметь надо под рукой всегда. Также можно лишнее масло откуда-нибудь откачать или еще что-нибудь. После сразу на жидкостями шприц вам поможет. Кательница. Так, мы, короче, слили большую часть воды. Дальше достать воду не получается, но уровень показывает, что воды еще 10 делений. Теперь берем капельницу и прикручиваем медной проволочкой, ну любой, чтобы не пережимало сильно, к нижнему делению. Надеюсь, так получится. Ну и вверху ее где-нибудь. И туда опускаем. Вода. Вот, вот она и вода. Все не хитро и все просто. Прикрепили к нижнему делению медной проволочкой направляющей вместе. Ну, точнее уровень, показатель уровня воды использовали как направляющий. И закачиваем опять остатки. Точно таким же способом. Можете сразу так на этот, на показатель уровня воды капельницу у нижнего деления ее обжать чем-нибудь не сильно, медным каким-нибудь тонким проводком, чтобы не ловить этот уровень. Так будет быстрее. У меня воды просто было много, поэтому я сразу так не сделал, но когда стало подходить к нижним уровням, стало сложнее это все доставать. Так, ну вот, все, наш уровень опускаем.
Он нам показывает, что в бачке нет воды больше. Так, еще раз. Что мы делаем? У нас замерзла вода в бачке. Делать нечего. Может быть, поехать на парковку, но так как я этого делать не хочу, я накатался за целый день. Запускайте двигатель, и он у вас где-нибудь молотит на прогреве. В зависимости от температуры, ну, наверное, час, за два он у вас поработает. А может быть, куда-то просто поехали по делам, только возьмите с собой тряпочку, протирать лобовое, ну и поливать на лобовое. Погоняли, вода в бачке по-любому оттает из-за работающего мотора. Дальше берем вот этот указатель воды, к нему, к нижнему концу прикрепляем капельницу или небольшой шланг. Можно вот так, небольшой провод. Только смотри, что провод, что в бак не улетел, она там нафиг не нужна. Вот к нижнему уровню прикрепили. Опускаем это все туда. На другом конце, чтобы была такая пилька, в нее вставляем шприц. Ну и шприцом выкачиваем воду. Здесь потом пережимаем, чтобы давление в системе оставалось. Со шприца воду сливаем. Шприц вставляем. Здесь отпускаем. То есть давление в системе остается, и вы опять набираете воду. Ну и вот таким тихим способом выкачиваете всю воду оттуда. Дальше что мы сделаем? Мы зальем и замерзайку. Может быть, нам это поможет. Потому как еще у нас осталась вода замерзшая. Вода, к сожалению, в системе шланга. Сезон не замерзает, и заливает. По крайней мере, я рад, что уже нет в бачке воды, которая не превратится либо туда. Замерзайка со вкусом какого-то апельсина. Ну, под цвет машины синяя, синяя машина, синяя замерзает. Все по фэншую. Еще бы воду успел бы пораньше пить, до выступления месяца, было бы так. А так собрался смотреть футбол, как футбол идет, а я занимаюсь какой-то грешкой. Ну, не так страшно. Дурная голова ногам покоя не дает. Так я бываю. Ну что, полный. Того объем бака где-то 4 литра объем бачка. Ну да, он у меня показывал больше половины. Я где-то литра 2 штука не выдержал.